полился поток. Полился поток, это значит, что мы всех приветствуем и поздравляем с Днем Знаний. И продолжаем, конечно же, проходить Might & Magic книгу 1. Начинаем мы с того, что из Датска забираем всех наших ребят. Мы получили, исследовали город, получили, почти исследовали город, получили следующую порцию информации по главному квесту. Нужно идти в Портсмит и Алгари, как бы он ни назывался, действительно, найти каких-то братьев. И, видимо, показать свиток им. А еще с кактусным нектаром разобраться. А, нет, уже свиток не надо. Вот еды надо купить. Но это в другом городе. Буду покупать. А тут мы пойдем доисследовать уголочек. А, клерики и гарпии. Даже не знаю. Мы попытаемся, конечно, только начали, поэтому можем рисковать. Блеск, конечно же. Фаербол не помешает. Ну, какой у них паралич не очень удачный, только на гуманиста смогли обездвижить нам. Нам. Громкость проверяю. Так, все здоровы. Можно даже ничего особого не делать. Паралич вылечить, окей. Молния. Вообще нормально пошло. Чуть даже вернусь сохраниться. И прощу продать. Двое ослеплены, это не беда. А и палку еще продать точно. Опять в темноту. Может, свет не буду кастовать. Вот кожу не помешает. Кто нас тут ждет? Гули опять. Это фигня. О, магия не работает же точно.
Ну, без магии легко вообще. Ловушка. Затариваемся гемами. Лечиться не надо. Хотя стоп. Хотя надо. Одного гуманиста подлатать. Да и болдыри мало. Все нормально. Включу свет. Пойдем на энкаунтер. Гаргульи. Можно жить. Бойс. Инвизибилити. Здоровье в норме. Что можно сделать? Да, что-то ничего особо не надо. Вот свет солнца может фаербольчик поймать уже. Тут уже нужно будет начинать лечиться. И слабенький фаербол вышел. Ну, тоже хорошо. Что-то Керриган мажет. Что-то у Сера Фармида внезапно я понял, что у него очень много здоровья. Семь дамажа. Very good indeed. Отличное количество опыта. Отдохнуть бы. Да топать далеко.
Хотя, может, тут можно отдыхать, нет. Что же у нас тут? Вампиры. Можно убежать? Что-то пока не готов к такому. Тайм дисторшн мне, пожалуйста. Все. Надо сейф сделать. Отдохнуть. Опять сейф сделать. Не уверен, что я готов к вампирам. Давайте подеремся. Вот дальше то место исследовать надо. Прыг по кропалике, хитпоинтов осталось. Там у нас свет солнце, ну ничего, потерпит. Поднимем. Визибилити не помешает. Ну, гуманиста долечить. Не попадаем. Давай молнии. Фармит. Надо себя полечить сначала. Вот теперь фармида. Ловушка, конечно же. Опять гемы. Ослепшие тут все. Свет, точно. Еще немножечко гулей. Хоп, хей, ла-ла-лей.
было Сане очень приятно. Зато сундук есть. Нормальный. Здоровье не... Ладно, лучше отдохнуть. Пистолет заранее открыть, но ладно. Тоже хорошо. Опять на этот энкаунтер придется встать. Гаргойлы. Лес. Фаербольчик. Ого, not affected. Это новость. У нас только одного гуманиста получить успел. Нормально так. Инвизибилити все-таки не помешает. Танченый гуманист. Мерзни, мерзни, волчий хвост. Ай, молния. Походу нет. Так, что у нас здесь? Лакет. О, винхты. Тёрнуть бы. Ну, неплохо. Что может цвет солнца сделать интересного? А, ничего не надо делать. Бей. Опыта за них хорошо дают, кстати. Ой, фантомы. Ну да, это же типа крипта, склеп. Поэтому стоит ожидать, что тут будет много нежити. Надо экономить ману, чтобы их тёрнуть.
магия тут не работает. Ой-ой-ой. Опасно. Дали бы обкастоваться перед боем. Ни блэс не накинешь, ничего. Только кожу. Ну и протекшн от стихий. По здоровью тут не вывезем уже. Лечиться нельзя. Здоровье у ребятишек этих 40 с лишним. Много, в общем. Ну, тупо на кубах, только на удачу. Маловероятно. Ну, надо снова туда идти. Это тяжко. Здоровья не хватит. Ладно, еще попыточку сделаю. Не, ну нафиг. Потом сюда вернусь. Поживее буду. Поживее, да пожирнее. А пока можно пойти... Кстати, тут же подземелье есть. На нас напали. Даже лечить нет, можно полечить на гуманиста. Его всегда можно полечить. Он всегда получает, всегда самый здоровый. Серебряный щит. Вот это интересно. Ну его дать некому, потому что у всех уже такой же. Кто может щиты носить? Поэтому мы продадим. И даже сохранимся. А что у нас тут в местном подземелье? Темно. Куча дверей и решеток. Сталактиты покрывают партию. Ну, блин. Задамажились. Отдыхаем тогда. Кастуем кожу и свет. С
такими мы уже имели дело, поимеем снова. Я даже защиту от огня скастую. От греха подальше. Может попадать. Понимаю, что не всегда. Не всегда же мазать. Шесть раундов, кошмар. Блэйд Мэйл. Просто не думал, что это кому-нибудь нужно. Да. Продадим. Так, сначала очертания, потом двери. Троглодиты. Вот это опасно. Мы попытаемся. Начинается все с Пойзена. Великолепно. С Пойзена всех. Один умер уже. Как так вышло? Протекшн ушел кислоты. От Пойзена уже бесполезно протектиться. Как он как мертвое? Много яда, что ли, повоздействовало, не понимаю. Как так вышло? Ну, Protection from Fire еще висит. Себя. Молния, наверное, особо. Ну ладно, можно и молния. На блобов сильно меньше урона, но тоже пойдет. У них сопрот.
еще не регинится. Не возвращаться, воскрешаться, продать фигню, а void mail. Ну, надо, я полечиться еще. Спеллпоинтов недостаточно. Отдыхаем. Полечились. Тут дешево, да, оживляться. И опять в данж. Через это место мы, наверное, можем прыгнуть. Да, можем. А тут нам, чтобы на нас психический бласт не подействовал, и опять кто-нибудь не умер, надо скастовать психик протекшн. Safety. Отлично. Еще один психик бласт можно было тут словить. Еще один, жесть. Прям кто-то понаставил ловушек психических. Ну, тут только драться, конечно. Троглодитов нам быстрее вывести. Чтоб не отравляли. Во-первых, защита от яда. И фаерболчик. Их можно было и выбрать. Ну и так нормально их не стало. Ну и гуманисты еще после яда хпшки не отошли. Отдыхать, я думал, отдыхать, не отдыхать. Надо было отдохнуть, конечно. Ну, сейчас отдохнем. Даже без ловушек. Великий лук.
нужен ли кому такой? Вообще можно, может себе взять. Да, так и сделаем. Римув у него плюс один. И крип крит был. У него урон больше. На копеечку, но зато лонгбоу плюс один дороже продать можно. Так, секунду. Что мне там от того лета делать? Феррезист, Return Undead может делать. Надо не забывать. И у Керриган какая-то лимарда была особая. Да, первую помощь может кастовать. Надо не забывать об этих предметах. Идем дальше. Угу. Фейербольчик по винам хорошенько пройдет. Вот так. Могло быть и лучше. По винам. Не по винам, а по шаблубистам. По винам мы так проходим. Еще фаерболечек. Он знатный. Один дамаж получить не страшно. Вот хорошо. Бог золота, алебарда. Алебарда, так понимаю, на продажу пойдет. Никому не нужна. Угу. Ладно, этот отросток можно уже обыскать под дверцем. С этим даже можно повоевать. Протекшн от яда врубить. Скорпионы могут трогать, касанием давать яд. Молнии не жалеем. Двое отравлены все-таки, да? Полечить Керриган. От яда нельзя лечиться в бою, но и смысла нет. Слабенький молниевый удар вышел. Thank you.
Еще разок. Вот получше. Лечить. О, цвет солнца мана кончилась. Следует полечиться от яда. На трех полечить. Отдохнуть. Опять накставать базовые вещи. Свет и кожу. Подозрительный. А еще протекшн. Психик протекшн. Он не держится уже, нет. Ух, клирик есть. Опасно. Засалить можно? Нет, не получается. Не работает на них это. Что у нас там вообще? Блэст-то есть? Нет. Ну, уже и не так надо. Ослепляющие лучи эти ваши. Он сам себя ослепил. А сможет ли он снять с себя ослепление, пока он слеп? Да. Нормально так. Кто у нас тут будет? Никого. Интересно. Святилище Окзара, помолиться? Давайте попробуем. А, ваш лидер теперь ясного ума. Газ. Ринг моего плюс один. Странное произошло. Нужен кому-нибудь ринг моего плюс один?
уже отдохнул. Тяжеловато будет, но в целом побеждаемо. Здоровье в норме. Можно и чего? Стукнуть. Вот молнии, конечно, пригодятся. И еще молнию. И полечить на гуманиста. Хорошо, что-то у нас ловушка. Где мы? Отрава на некоторых висит, ой, неприятно. Ой, потерпите. Ой, отдохнем сейчас. А, и психик протекшн еще не помешает, точно. Еще один. А, блин, у нас алаймонты сдвинулись из-за того, что мы напали на клериков. Там можно было уйти, походу. Ну, что поделать. Защиту от огня давай. Свет солнца, фаерболчик кинет. Чё уж, раз начали БВС бы еще сделать. Вот сейчас. Электрокэру в клирика. В клир. Все готово. И себя полечить. Вообще щелкаются как орешки. Как арахис вообще. А щелкать нечего.
Ловушка в железном сундуке. Большущий плюс один. У края-то что, остались? Да, остались грабительские инструменты. Blinded. Ну что-то поделать. Только идти дальше. Надо же было оставить один хп жуку. Лечим себя. Тридцать три дамажа. Больше еще не бывало. Больно бьют. У нас БС еще нет. Лечиться не успеваем уже. Жестко. Кириган мажет. Дожили. Сначала фармида долечить надо. Можно его заморозить вообще? Не вышло. Их сопротивляемость к магии есть, походу. Да. Вообще нельзя без сознания людей держать. Они попадут и все, дед. Только вот бил не сработал. Следом опять энкаунтер. Маны-то уже нет. Можно убежать? Нет. Хуже всего, что у свет солнца маны нет. Потому что... Это бы дало нам возможность уйти из энкаунтера. А так у нас этой возможности нет. Ну, хотя бы лечиться еще можно. Сами себя лечим. Хоть бы ОСБ.
использовать нет, нельзя. Не экипирован вообще. Энерджи Бласт эти ваши. А, цвет солнца. Это цвет солнца. Но поднять человека надо бы. Да, маны нет. Давайте попытаемся легкой самой лечилкой. А вот что выйдет. Ну что-то даже нормально пошло. Уже ненормально. Все эти Energy Blast'ы. Становится опасно. Ну, давно стало опасно. Главное, чтобы Керриган жил сейчас. Она может затащить. Есть. Отдых. Поезд сервис, естественно. Керриган травилус. Ну, мы, кажется, неплохо опыта набрали. Я бы вернулся даже на сейф. Да. Ладно, на прошлом стриме говорил, что половине пати нужно 30 тысяч опыта. Сейчас половине пати нужно всего 15 тысяч. Возвращаемся на сейф. Копейка рубль бережет. О, Кфор, добро пожаловать. А это в подземелье под городом Даск, который на краю мира находится, там, в северо-восточном углу, где пустыня была. Тут в левом верхнем углу есть склеп. Там куча нежити. Там магия не работает в половине мест. В половине нельзя отдыхать. Я туда пока не могу. Тяжело. Пошел в подземелье поглядеть, что там. Там тяжело. Там тяжело энкаунтеры, но немножко опыта вот понабирали. Ну как немножко. За 10 тысяч, по-моему, походу уже. Сейчас продам всякие лишние вещи. С кактусной фигней это и разобраться. Дубинку продать за ноль. Почему нет? Что за едой надо будет сгонять? Надо в другой город. Потому что в этом городе я еду не буду покупать дорого. Сейчас, наверное, выйти. Это я один, мне за едой куда лучше. Серпигаль.
Он на c2, по-моему. Сделаем fly. c2. Да. Наш первый город. Едой затарились полностью, чуть-чуть не отдохнувшие по какой-то причине. Сейчас опять ТП в другой город. Е1, да? Подожди, какой там был? Флай 3-2, Е1. О, кстати, видел, все покажу на карте. Hollow Hills написано. Вот что есть. Полые холмы. После этой гостиницы отметятся. И в данж. В этом данже нам нужно, как обычно, кожу и свет, и психик протекшн наложить от ловушек опасных, психических. Блин, я еще... Под сталактиты напал. О-о-о. С седьмым я вообще не сталкивался еще никак. Наступил сюда психик бласт, защита защитила вас. Во, да, я вот 7, 8, 9 вообще даже не представляю, какие они. Что тут опять сталактиты были? Да, опять сталактиты были. Пол хп сносят. Неприятно. Ага, энкаунтер. Опять с троглодитами, отравляющими, парализующими клириками. Блин, не то нажал. Защита от яда. Тут, я думаю, пригодится немножечко, совсем немножко молния. 26 дамажа. Все, самых опасных вынесли, ну почти еще клирики остались. Но не так себе уже. Хиленькие. А мы без БВСа, да? Да, нам БВС надо. Ну, клирики, к счастью, паралич не кастуют сейчас почему-то, они предпочитают бить. Да, Факторио слышал еще давно. Он, наверное, лет 5 или года 4 был в раннем доступе. В этом совсем недавно вышел из раннего доступа. Интересно, но заморачиваться сильно пока не хочется. Мне он как идея нравится, а вот прям серьезно как-то играть и всякие супер-мега-схемы строить, это не то, чем я бы хотел сейчас заниматься. Особого склада ума и особых желаний
Ну, иногда хочется чем-то таким позаморачиваться. Ну, редко у меня такое бывает. Когда сидишь там в Dwarf Fortress, том же какие-нибудь очень хитрые крепости роешь с какими-нибудь там способами доставки магмы к печам. Ну, это очень редко такое захачивается. Я даже вон, я же Майнкрафт люблю, как известно. И мне никогда там не было интересно какие-то мегаструктуры строить, с модами на дикие технологии, механизмы работать. Мне просто так побегать, мир поисследовать, красоты посмотреть. Садик посадить. Вот это вот нормально, в землянке там жить. Ну там пару раз возникал интерес к каким-то технологичным вещам надолго. Я все-таки больше про эксплуативные вещи. Но если у меня факторио появится, ну знаешь, там подарит кто-нибудь, то я, конечно, поиграюсь. Ну тут пока еще Stone Keep подарили на день рождения. Я все никак не могу дочитать вступительную новеллку. Так что тут кто видит и слышит, не посчитайте за намек, что я типа намекаю. О, он факторию обо мне кто подогнал. Нет. Если подгоните, спасибо, но не ожидайте, что я прямо в ближайшее время тогда его смогу постримить или позаписывать. Ой, там какие-то опять ловушки попались, мамочки. Страшное место это подземелье. Вон, все отравлены. Здрасте. Приехали. Кому оно такое надо? Отравился, дома сиди. Вышел из дома, отравился в итоге. Вот так вот получилось. Ёп, красоты. Мало того, что отравили, еще и поудохло. Видимо, какая-то клетка была не только... Вот там есть сталактиты в этом подземелье, на клетке со сталактитами встаешь, тебе пол хп сносит съебать, а тут еще и отраву все получили. Говно. Ну, что делать? Молниями кидаться, что делать? Не жалеть маны и гемов. Не до этого. Не до экономии, когда жить надо. Базовые потребности. Надо фермили поднимать, что делать. Не оставлять же его лежать. Добьют. А мне это не надо. Маны-то вообще хватит всех, ну хватит всех от яда вылечить после боя. На том спасибо. Ой, нет, давайте потом сундуки, сначала яд снимаем. Все живы пока. Сейчас можно отдохнуть, накинуть там, не знаю, что-нибудь, обыскать сундук с ловушкой, получить 0 золота и арбалет на продажу, психик протекшн скастовать и пойти дальше. Гиппогрифы, динолизарды, ну можно, с дюжем. Вроде. А, еще надо вернуться и алайнменты починить. А то я случайно вступил в бой с клериками, когда можно было избежать боя. Это неприятно.
Не то чтобы мне сейчас как-то лайнменты важны были, но вопрос чести. Блес. А тут бы еще немножечко молний. Хотя гиппогривы, вот тех, которые подальше, надо фаерболом пулять, пока недалеко. Фаербол опасная вещь. Гуманиста чуть-чуть полечить. Вот сейчас молнии уже можно пулять. Слабенько проходится. Ну тоже хорошо. Сначала Керриган лечим, или меньше здоровья. Еще молния. О, 23 дамажа. Спейс-квест, я помню. Вообще, вот не помню, сколько там частей, но да. Много относительно. Больше. Ну да, больше 5 точно. Ну, там такой юморной, еще ироничный. Сатиричный немножко. Приятная, приятная классика. Я очень-очень давно с ними сталкивался, уже ничего не помню. Как-нибудь надо освежить. Помню, что там про уборщика космического. Кислота, спрейт, пати. Боевой топор. А нужен мне такой? Нет, какой-то он сломанный, что ли. Демаш 1D0. 1D0. Чё он делает вообще? Походу ничего. Фиг с ним. Мы опять отдыхаем. Кожа. Психик протекшн. На всякий случай левитацию. И свет. Кстати, сюда же можно потыкаться, ладно. Раз я тут хожу. Психик бласт. Протекшн не спас. Психик бласт опять. Место просто испещрено ловушками. Психик бласт опять. А тут сэвэдж. Ну, тут серьезный бой. Ну, ладно, нормальный бой. Фигня, на самом деле. Защита от кислоты нам не помешает, наверное. Ну да, есть что-то вообще, есть точно. Это не кислота. Кислота это у нас 4-3. Что у нас тут фаербол немножечко прокатить? Смысла большого нет. Только чтобы если зомби, ну ладно, можно фаербол, так и быть.
На этих керетидных гардов вряд ли хорошо поднял, да, 6,3 дамажа. Несерьезно. Но они, к счастью, нехорошо пока попадают. У них один до 10. Вот на двоечку один сейчас стукнул. Ну, по картинке мне показалось, что как минимум... Ну что-то такое похожее есть. Может, на тот же движок. У них же, да, самописный. Что у него БС-то есть? БС-а нет. Фига у меня всяких бафов. Ладно, сейчас нет смысла молнии какие-нибудь ставить. Он изибили, тебе может помочь. О, ну я прям заинтересовался. Как можно пройти мимо тактической пошаговой РПГ? Еще и от людей, которые сделали, но очень хороший наследник классических данжен-кравлеров. Не шутки, вообще-то не каждый может. Она даже как-то на радарах не мелькала у меня, но я сейчас, конечно, меньше следить стал за всем этим. Что мог пропустить. Так в новостях бы, думаю, заметил, если бы следил, как раньше. Ха, ну это, конечно, суровое ограничение было бы. А чё, кстати, как Westland 3? Я тоже уже про него забыл. Мне пару дней назад с GOG пришло письмо, типа, о, все доступно. Я такой, ну, окей. Я пока вторую не поиграл, первую не прошел. Как-нибудь уж без третьей поживу. Хотя они вряд ли как-то связаны единым сюжетом каким-то. Что если что и не страшно было бы. Так, у нас тут несколько ребят ослепли, я думаю. Есть смысл опять отдохнуть и обкастоваться по новой. Левитацию тоже. Сталактиты. Я вам сейчас отдыхать не буду, просто полечу, ребят. Все нормально? Нормально. Движок-то писать — это нелегкая и непростая задача. Не все люди, которые занимаются гейм-девелопментом, способны на такого рода задачи. О, призма Precision, призма точности дает
Тем, кто достоин, плюс 4 accuracy. А кто достоин? Походу мы все сейчас получили по 4 accuracy. Вот это клево. Вот это nice. Что в разработку игр не всегда идут программисты, кодеры. Но это опять же связано с тем, что сегодня есть те же Unity и Unreal даже в бесплатных вариантах. С другой стороны, конечно, да. Тоже недавно об этом вспоминал, как слушал выступление Джонатана Блоу, который говорил о том, что это вообще проблема, на самом деле, доступность средств для разработки игр и высокоуровневого программирования, потому что все меньше людей хотят интересоваться низкоуровневым, совсем глубинным программированием. Из различия в этих всяких средах разработки относительно высокоуровневых трудно переучиваться, трудно менять квалификацию, трудно менять место работы. Поэтому сосредотачиваются на чем-то одном, двух-трех каких-то вещах. А кто будет потом заниматься глубокими, суровыми вещами, вроде работы с машинным кодом вообще, или ассемблером? Фиг знает, только какие-то очень энтузийные энтузиасты. Которые не факт, что попадутся кому-то под руку, когда что-то такое будет нужно. Движок написать — это уже не хухры-мухры. Нигде не видел ни одного, знаешь, такого для чайников конструктора движков на коленке. Ну, вообще средства разработки. Их же разрабатывать надо вообще. Я сейчас, наверное, вернусь в город сохраняться, потому что плюс 4 accuracy — это вообще-то не шутки. Это супер, дофига приятно и полезно. В стены по пути потыкаюсь, конечно, дело святое. Не потыкался в стены, зря пришел в данж. Прогресс по ощущениям, ну, знаешь, как в мануале, на сотни часов еще хватит. А по факту на прошлом стриме я завершил еще одну часть основного квеста. В Даске нашел эльфа, которому отдал свиток, с которым ношусь почти с начала игры. Он мне сказал встретиться с двумя братьями какими-то в двух других городах, которые, по моим предположениям, соединены подземным каким-нибудь переходом или телепортом. Сейчас я покажу карту. Там было вот это. Вот она открылась. Вот сейчас я нахожусь, смотри, где. Так, начали мы с Серпигаля. Ходили на запад, северо-запад, Блэкридж замки, Уэрли Квин. Потом пошли на восток через пустыню. Вот Даск. Мы сейчас под ним Холлоу Хиллс. А надо нам на юг совсем. Вот в эти два места. Алигари и западнее Портсмит на мысу. Горин Блафс там еще есть. Нам еще туда надо будет сходить. Потому что там находится Никир Налоу, который должен нам тоже что-то сказать, о чем мы узнали еще в самом начале. Много чего интересного нас все ждет. Но я, конечно, дойду оттуда, когда буду по часовой продолжать все эксплорить. Ну да,
Он тоже прогрессирует явно что-то. Ну, уже год нет вообще, уже год прошел. Не шутки. Продаем лишние вещи. Покупать нам ничего не надо. Можно отдохнуть. Вот так безопасно. Сохраниться и опять в данж. Ну или вообще уже потом продолжить, потому что я уже почти полтора часа сижу. Ну давай сейчас. А, ну тут ладно, давай после этого энкаунтера закончу. С кентаврами повоюем немножко. Если получится, получим опыт прилично. Ну так, относительно прилично. Если не получится, ну то что, то ничего. Если они нас не усыпят, еще минорные демоны Energy Blast делают. Последний будет трудный самый. А кентавр, к счастью, пока не кастуется он. Ну, можем даже затащить, гляди-ка. Что они решают? Не кастовать сон, это нам на руку. Все, молнии шандерахнул. Вот забавно, у кентавра 26 хп было и 26 урона прошло под демоном, а по кентавру только половину урона, 13. Будто специально. Смогу чернуть андедов? Нет. Окей. Не больно-то хотелось. Тут ловушка есть и гемчики Дефенс Ринг и посох продать. Неплохое завершение серии. Дефенс Ринг можно дать кому-нибудь, ну, гуманисту, допустим, плюс один к армор-классу, почему нет. Эквип Дефенс Ринг. Вообще удачно. Блин. И тут форсит энкаунтер случился. Точнее, не форсит, а... Ну, просто такой, от которого не отвертеться было. Придется повоевать. Блэс. Немножко молний. Кирген парализовали. Неприятно. Надо будет распарализовать. Где-то исцеление паралича, вот.
Ну все, справились. Что у нас тут? Ловушка. Где мой маленький щит? Мы сейчас немножко продадимся, отдохнем и на покой. А я иногда, вот знаешь, когда там пересматриваю у Федора что-нибудь, тоже оставлю. Нет, да оставлю что-нибудь в комментариях. Чтобы, если жив человек, знал, что его помнят и ждут. Сохраняемся. Ой, ну и все. Спасибо всем, кто сегодня заглянул к нам на побегать. Покачались чуть-чуть. Понаходили всяких штук. Чем понакачались-то нормально. На несколько тысяч экспо. Продолжим. Даст Бог в четверг. На этом все. До свидания. Yeah.